Головин чаще берет на себя вот эти самые функции плеймейкера, чем Широков. Вы, наверное, обратили на это внимание. Журков показывает мне через Березуцкого, и действительно так получилось, открывается рядом с ним. Но вот это очень неплохо. Широков пас и входит. Жаров пас. Гол! Гол! Жарков начал эту атаку, ждал передачи. Отпасовал мяч налево, чтобы там разбирались. А там пошел на место центрального нападающего. Получил пас и просто переправил спокойно за всем своим опытом. Забил свой второй мяч за сборную в 68-м матче. Вот это игра! Вот это игра! 3-2 здесь когда-то было на этом стадионе, правда, в нашу пользу. Вот 3-2. Если бы, знаете, вот Жирков пошел, и Широков на Шатова, какая такая многоходовка, очень неплохая. И Шатов увидел, и в одно касание не давали к себе приблизиться Сако. Вы смотрите, не давая приблизиться защитникам, пробил в дальний угол. И если бы не этот досадный гол, вот вышел Боев. Жалко. Ну что же, веселая игра. И Жирков свое... сделал свое дело, Жирков может уходить, вместо него появляется Смольников на поле и готовится Мамаев. Мамаев меняет Широкова. Собственно, они все словно такой последний вздох в этом матче, они приняли участие вот в этой атаке голевой и заменились. И Широков, и Жирков. Копорин промедлил.